Химическая промышленность в нашей еде. Сыр с химикатами будет тяжело расплавить. Натуральный расплавится легко. Кладем рис на горячую сковородку. И походу вот так будет чернеть, если там есть пластиковые кусочки. Пластиковые кусочки, ёптыть медь. Берем детское питание. Магнит. И вот так притягиваем фортифицированный кальций. Круто, да? Полезно? Берем витаминки. Запекаем. И натуральные витаминки не запекутся, а ненатуральные расплавятся к чертовой матери. Берем мясо. И обнаруживаем, что это не жир. Это клей, которым склеили кусочки мяса. Приятного аппетита. Берем мороженое, выдавливаем лимончик. Если оно кипит, значит туда добавили стиральный порошок, чтобы оно блестело. Как ему это в голову пришло? Берем молоко, кладем туда морскую эту траву. Если молоко добавляли рисовую воду, то она потемнеет. Обычное молоко не потемнеет. Дела, да? Берем воду с маслом, берем ватную палочку и бататик натираем. Если с бататика сходит цвет, значит его покрасили, потому что он старый. Приятного аппетита. Кофе. Кофе с добавками будет плавать, настоящий кофе будет вот так вот тонуть. Зашибись. Берем соль, водичку ее туда. Если водичка мутнеет, значит туда добавили мел. А типа от обычной соли ничего не посветлеет. Зеленый горошек, наш любимый, кипятим. Если мы достаем, и он уже не зеленый, то, блин, это был не свежий горошек. Берем приправу тумерик и над свечкой его вот поджигаем. Если он зажигается и горит, и полыхает вот так, это значит, что он настоящий, прикинь. А не настоящий, просто тлеет. Берем мед, свечку туда макаем в мед. И если мед бодяжили с водой, то свечка потухнет. И то есть чистый мед свечку не потушит. Шикарно. Берем чай. Если чай натуральный, холодной водой попшикаем, ничего не происходит с ним. Если он с добавками и красителями, то вот красители будут сходить. Ну и в горячую воду можно опустить овощи и фрукты, чтобы сошел воск. Приятного аппетита, господа, что мы жрем, яхо.